Всем привет! Как говорил Шерлок Холмс, профессора Мориарти подвела любовь к мелким эффектам, вроде монограммы из четырех перекрещенных сабель. Сегодня нам предстоит разгадать еще много загадок о символах. Поэтому я позвала эксперта, графического дизайнера Анну Колос. Аня, привет. Привет. Давай начнем наше дело. Что ты думаешь об этой монограмме? Это всемирно известные буквы Коко Шанель, легко узнаваемый бренд, свою роль выполняет, узнается на многих известных вещах. Как мы видим, сегодня нас монограммы окружают практически везде в обычной жизни. Откуда они взялись и для чего их придумали? Ну, монограммы известны еще задолго до нашей эры, и они свидетельствовали как опознавательный знак многих монет и медалей. То есть, ну, а рассвет пришелся на Средневековье и эпоху Возрождения, когда почетные особы высшего общества скрепляли ими свои документы, или художники и поэты обозначали свои произведения искусств. То есть как защита авторства в то время была. В каждой букве есть смысл, и в каждом кадре тоже. Явные и скрытые значения продолжим выяснять после сюжета, в котором, кстати, тоже все символично. Все, кажется, шло по сценарию. Успешный журналист колесил по миру, готовил свои материалы и лекции для студентов. Но однажды его взгляд привлекли простые вещи. То, что первое я увидел, то и попало на холст. Здесь, как сказать, задуматься не стал. Была задача быстренько что-то сотворить. Вот чудесный повод появился, да, в полуметре от меня. Эти старинные часы по-прежнему стоят на той самой полке. Написанная 5 лет назад картина и совсем новая, датированная этой зимой, оказались рядом. Куратор выставки в них нашел гармоничное сочетание. Василий Красюк – добрый знак. Все начиналось с маленького самовара на полке, а закончилось с глазками, да, моей любимой собаки Майлы. Между двумя работами – периоды акрила, масляной краски и бархатной темперы, которая восхищает художника по сей день. Непостижимая акварель, но кто сказал, что в эту реку нельзя войти дважды? Осенние листья сменяются весенними цветами, реализм абстракции, без отрыва от основного места работы. Ты понимаешь, что скоро зазвонит будильник, а будильник зазвонит ровно в 7 часов, появляются семерки буквально за секунду до пробуждения. В планах теперь восьмерка, мечтать не вредно. Кисть может вознести дирижабль над Владивостоком и вернуть сгоревшую церковь в родные места. С точки зрения академической живописи, возможно, найдутся огрехи в перспективе и линии горизонта. Но свой горизонт художник предпочитает искать сам. Также он открыл Владивосток когда-то. Город тогда был пустой, яркий, светлый, не было машин, не было какой-то этой суеты. Вот это яркое море, но когда солнце в зените, оно становится таким темным, что было необычно. А весь город светится. Часть работ уже далеко от Владивостока, часть только в замыслах. Для новых картин нужно лишь немного света на холсте и немного моря в душе. Итак, в нашем деле следующая улика. По-моему, это брошь. И причем она очень дорогая, скорее всего. Всемирно тоже известная в истории монограмма Екатерины Великой. Ее элегантные буквы «Е» с двумя вертикальными линиями, думаю, знают многие. Она до сих пор известна, до сих пор можно встретить в интерьерах дворцов и в украшениях, которые уже как историческая реликвия. А мне кажется, еще родственный такой символ – это герб, да? А что кроме букв? Заглавных букв имени там и фамилии можно отразить на, именно вот на гербе. Здесь можно отобразить род деятельности своих дальних родственников, какие-то защитные символы. Если это имиджевый символ, то можно отобразить свои какие-то внутренние качества, характеристики. Ну вот, например, храбрость, естественно, все поместят льва там какого-нибудь. Да, да, часто щитодержатели используются какие-то животные. Это могут быть и мифические животные, и реальные. А я слышала, что сейчас это снова входит в моду, да, люди ищут свои корни и хотят воссоздать какой-то фамильный герб. Это, считаю, такая традиция хорошая, которая сохранилась с прошлого, объединяет
сейчас современный стиль и индивидуальность вот человека, который, да, хочет создать для своей семьи или для себя вот этот вот образ. Возможно, кто-то хочет пойти глубже и узнать свои прям дальние истоки. Вот у нас сейчас есть специалист по генеалогии, который может вот эти все корни, так сказать, восстановить, помочь проследить эту цепочку. И вот это можно все отразить, знаки, тогда будет такая полная картина, действительно ценность для семьи, которую можно будет показывать своим детям, внукам. Ну, как мы поняли, все предметы вокруг нас несут отпечаток времени. И следующие 2 минуты тоже отпечатаются каким-то своим узором. А каким? Мы увидим в сюжете. Здесь дыхание вулканов так же ощутимо, как голоса древних богов. Величественный Барабудур столетия был скрыт под слоем пепла и считался легендой. Лишь в 19 веке храм снова украсил долину. Это одна из историй, которые может рассказать батик. Традиционные для Индонезии полотна не оставили равнодушной одну чужестранку. За несколько лет, проведенных на острове Ява, была собрана внушительная коллекция. Часть ее теперь во Владивостоке. Сын Татьяны Аркадьевны не сразу проникся экзотическим искусством. И когда первый раз меня, собственно, привезли, я это так называю, привезли в студию, да, и показали мне. И мне стало просто любопытно, что они там такого делают так долго. Да, то есть для меня, образно, на набережной Владивостока мой портрет за 2 минуты рисуют. Некоторые батики создаются и по 20 лет, и молодому человеку на тот момент такого же возраста только через понимание техники пришло понимание философии. Художник, он уже на тот момент, когда у него в руках находится, да, там квадратный кусочек ткани хэбэшный, белый, обязательно белый, он уже знает, что будет на его картине в итоге. То есть, грубо говоря, фотография в памяти того, что будет потом. Будущее уже существует. Чентинг наполняется воском, чтобы обрисовать его контур. Все остальное заливается цветом. То, что выделено воском, то есть оно не прокрашивается. Потом эту картину опускают непосредственно в чан с кипящей водой. Воск выкипает. Этап за этапом прорисовываются детали. Черепаха в Индонезии символизирует вовсе не медленных, а целеустремленных людей. Нужно лишь немного проникнуться магией этой страны, чтобы понять, что на самом деле изображено на батике. Вот эти вот люди, это явно мужчины, они едут куда-то в прошлое. А что у нас в прошлом? В прошлом у нас опыт, на котором мы идем в будущее. И вот они едут в прошлое. Прошлое у нас всегда слева, будущее у нас справа. И вот двое смотрят в прошлое, один смотрит в будущее. Там они что-то нашли. То есть рыба – это такая, это очень важный символ на самом деле в индонезийской культуре. И вот то, что они получили, они теперь везут обратно. И один из них все еще смотрит в прошлое для того, чтобы сохранять с ним связь. Прошлое, настоящее и будущее существуют вместе. Непривычно для европейского менталитета. Созерцание, однако, влияет и на сознание. А что, если жизнь – это не кинолента, а батик? И тут, похоже, в дело идут деньги. Тут тоже интересная монограмма. Это же можно отнести? Интересный деньги, символ. Да? Ну да, сплетение букв. К какой эпохе может относиться подобный шрифт? Линии расположения, да, вот похожи на стиль модерн. Где-то 19 век. Но у тебя нет предположений, что бы это было? Что это могло бы быть? Пока нет. Вот вижу буквы К, Т, А сплетенные, да, вот Т посередине. Давай пойдем по простому пути. Мы просто перевернем и посмотрим, что же это такое. Итак. Читаем. Ага, как купюра. Взамен всего в магазине «Кунст и Альберс» во Владивостоке выдается товаров на сумму 5 рублей. 1918 год. 100 лет назад на 5 рублей, я думаю, можно было ни в чем себе не отказывать.
тут мы уже видим, как монограмма используется на печатной продукции, да? Да. Ты в своей практике используешь монограммы для оформления, ну, подобных каких-то вещей? Ну, конечно, многие монограммы используются, если как личный символ, она хочется разместить, естественно, на своих вещах. То есть это драгоценные украшения, ювелирные, да, то есть это может быть личный паспорт, гравировка. Расположить можно в ковке ворот своего дома. Очень красиво разместить на видном месте в своей квартире. Вот особенно если это фамильный герб, чтобы он был заметен, да, и на него обращали внимание. Если раньше это все создавалось вручную, сейчас есть возможность перевести это в компьютер. И монограмму можно без потери качества размещать на разных предметах в разном масштабе. Но все-таки ты используешь ручной труд? Ты делаешь эскизы от руки? Да, обязательно. Основная работа проделывается вручную, потому что, создавая в компьютере, ты привязываешься к каким-то рамкам, да, линия чересчур ровная. В процессе образа от руки, ну, как бы рука где-то что-то подсказывает, как-то больше вдохновения, и знак, мне кажется, более эксклюзивный получается. Ну, а теперь давайте посмотрим следующий сюжет, кстати, тоже ручной работы, и вернемся к нашей интереснейшей беседе. Шланг подсоединен к аэрографу, это вот инструмент, которым мы рисуем, сюда заливается краска, вот, и путем распыления мы наносим краску на холст. Блондинка, которая смотрит с холста, наверняка удивится своему портрету, ведь ее образ был случайно найден в интернете. И техники, в которой он создается, ведь аэрография обычно ассоциируется с росписью машин. Сейчас немножко все поменялось. Металл, конечно же, остается любимой поверхностью, но появилось очень много картин, которые выполняются на холстах, на пластике, на бумаге. Появилось очень много ярких интерьеров. Краски ложатся так легко благодаря мастерству и горячительному напитку. Это лучший разбавитель для краски на водной основе. Лучше только спирт. Но спирт, к сожалению, у нас не продается, с ним тяжелее. Химия творчества всегда непростая. Аэрография авто и байков сопряжена с риском. Здесь до безумия острые сюжеты, до ужаса пушистые котята и совсем другие растворители. Когда выполняется работа токсичными красками, это либо большое проветриваемое помещение, либо какие-то маски-респираторы. Но, как показывает практика, художники пренебрегают этим всем. Ну, собственно, в частности, я за себя могу так же сказать. Поэтому мы всегда веселые, энергичные, хорошим настроением. С таким настроем портрет хоть в 4 этажа легко. Эту аэрографию в Артеме трудно не заметить. Шахтер изображен, так как город Артем, город шахтеров. И дирижабль, память о победе. Вот это был такой самый масштабный проект для нас. С крупными работами всегда приятнее работать. Они, во-первых, создают эффект, впечатление, да? Люди воспринимают это круче, это видно, это интересно, это ново. Аэрографу под силу и колоссальный размах, и деликатные штрихи, такие как тонкие черты нашей блондинки. Чем больше терпения у вас, тем круче у вас будет работа. Тоже аэрографисты очень спокойные люди, они могут долго вот так вот сидеть. Итак, к нашему делу о таинственных знаках добавились улики. Здесь мы видим конкретно предметы, на которых нанесены очень красивые монограммы. Так, что это? Пример свадебной монограммы. Как можно красиво оформить свое свадебное торжество. Она открывается. Да, она открывается и содержит в себе элементы, разработанные, да, вот для свадебного торжества. Вот в данном случае Анна и Сергей. И сплетены две буквы. Здесь было пожелание без использования фамилии. В дальнейшем, после декора свадьбы, опять же, это та вещь, которая остается в семье. То есть они могут использовать этот символ как семейную монограмму уже в дальнейшем. Да, ну здесь разный декор. То есть вручается как подарок, и можно оформить еще множеством дополнительных деталей, как сургучная печать. Всегда приятно свой знак вот где-то ставить. Свадебные приглашения, да, в дальнейшем, возможно, какие-то открытки, либо письма. Очень аристократично. Смотри, у меня мизинчик автоматически отгибается.
Вот это похоже на герб, да? Да, монограмму в форму щита оформили. Опять же, с использованием зодиакального знака «Лев». Пример мужской монограммы, когда соблюден традиционный порядок букв. Первая буква идет инициал имени, следующий инициал фамилии и инициал отчества. Как интересно! В женской монограмме тот же порядок, но буквы используются наклонные каллиграфически. Сейчас еще один сюжет, а после этого Аня нам расскажет еще некоторые секреты создания монограмм. 3, 2, 1, погнали! Вниз, назад, диагональ. Без остановок, без отдыха, без жалости к себе. Такие суперсеты для участниц проекта «Движение жизни» стали нормой. Объединиться, чтобы вместе поддерживать форму и поддерживать друг друга. Эта идея живет и работает уже не один сезон. Подтягиваем бедра к груди, делаем выдох на усилие вверх. Либо продвинутые поднимают прямые ноги, направляют ладонь к стопам и также выдох вверх. Подняться, выйти на локоть. То есть это не вариант. Выйти на локоть. Анна – неутомимый инструктор, не устает объяснять технику. Только правильное выполнение упражнения даст результат. Стройное тело к пляжному сезону – это далеко не главная цель. Наташа, например, уже распрощалась со своими лишними килограммами и теперь называет удовольствием то, что другие назвали бы истязанием. Я жду день тренировки. Я накануне ложусь, готовлю свою спортивную форму. Стою с утра в отличном настроении, завтракаю по фэншую, как нас научила Аня, и буду тренироваться. Девчонки не отрываются от коллектива и вне зала, ведь движение – жизнь. Идея состоит еще не только в групповых тренировках, которые, в принципе, можно реально найти в любом большом тренажерном зале, в любом фитнес-клубе. Но мы, помимо этого, проводим по воскресеньям всевозможные развивающие мероприятия. От походов в горы до, допустим, на это воскресенье у нас намечается тренировка на пилоне, пол-дэнс. Когда спорт становится стилем жизни, специально искать мотивацию не нужно. Для меня мотивация – это быть здоровой, быть спортивной и проводить свое время с пользой в спорте. Смотрю на Аню – это самая лучшая мотивация. Как самочувствие? Живы? 3, 2, 1. Оп! Светик, отлично. Наташа, молодец. Анечка, умничка! Самые яркие примеры вензелей и монограмм, как всегда, мы находим в глянцевых журналах. А вообще вы задумывались, почему нам хочется носить рубашки не с изображением своих букв, имени и фамилии, а Ральф Лорен или сумку там с Луи Вуитон? Наверное, для того, чтобы нас не нашли, чтобы затеряться в толпе. Но все-таки в большом городе, оказывается, можно найти индивидуальность. Благодаря таким людям, как Аня. Для меня, наверное, монограмма – это тот символ, к которому человек должен прийти. Потому что, осознавая себя как личность, человек начинает больше ценить свою именно индивидуальность. Может, наверное, любой человек вспомнит тот момент, когда пришло время придумать свою подпись при получении документов. Да? И наверняка некоторые, возможно, даже тренировались или пробовали создать какие-то свои буквы, подпись перед тем, как получать документ. А ведь это автограф, это подпись своего рода как код личности. Монограмма – это вот тоже автограф, это вот тоже ваши буквы, которые можно постараться сделать стильными, индивидуальными, лаконичными, и которые будут отображать ваш стиль. И вот, возможно, тогда захочется уже на вещах именно видеть свой символ. Сколько существует программа «Жить в большом городе», у нас нет какого-то своего уже узаконенного символа. Каким ты видишь наш большой город? Большой город, естественно, большой город у моря. И заглавный инициал города. И вот пытаюсь его обыграть какими-то дополнительными элементами, которые будут отражать наш стиль. То есть, если это Владивосток, как вариант, мосты, волны, чайки, катера. Ань, ну покажи, что у нас получается. Вот такой символ. Я надеюсь, что скоро он станет очень узнаваемым. Спасибо, что сегодня нам помогла раскрыть тайну монограмм. Помните о своей индивидуальности. Пусть точки останутся в прошлом, в будущем только заглавные буквы. И до встречи в большом городе. Наши партнеры – студия АС «Колос». Современные монограммы и гербы. Телефон 8 924 23 878 24.
панорамный ресторан «Высота».